Памяти героев североморцев посвящается. В Северодвинске в 28-й раз состоялся юниорский всероссийский турнир по боксу. На одном ринге за победу сражались 120 боксеров. Среди них и спортсмены из нашего региона. Подробности далее. К традиционному выезду на турнир памяти героев североморцев в этом году готовились заранее. За неделю до поездки в Красном прошел окружной турнир «Арктическое сияние». На нем были определены лучшие спортсмены и сформирована сборная команда для выступления на всероссийском уровне. В этом году наш регион представили 12 человек от окружной федерации бокса. В рамках вот социально-экономического сотрудничества между Ненецким автономным округом и компанией «Башкемфполис» были выделены спонсорские средства при поддержке губернатора Кошина Игоря Викторовича. Выделили средства. И это нам позволило всех тех ребят, которые принимали участие в соревнованиях, лучших отобрать на соревнования и вывести. Золотые медали с турнира привезли 6 спортсменов. Максим Литков, Денис Дольников, Вадим Шабанов, Рагиб Джафарли, Дмитрий Рочев и Матвей Михеев. Серебро всероссийских соревнований завоевали Роман Курбанов, Роман Абрамов и Эдуард Беляев. По словам тренера Дворца спорта «Норд» Александра Помаха, призовых мест могло быть и больше. Но победитель во многих выездных соревнованиях Ренат Магирамов не справился с соперником в предварительных боях. Здесь он предварительно проиграл, но опять же получилось так, что в его весовой категории не было боксеров, и он выступал в более тяжелой категории. И также провел свои бои достойно, но медаль не завоевал. Новые медали от спортсменов ждут уже в ближайшие дни. Сегодня от Федерации бокса 6 спортсменов детско-юношеского центра «Лидер» отправляются в Усинск на республиканский турнир. Финансируется поездка также в рамках социально-экономического партнерства. Алена Валеева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».